Привет, ребята. Обзор хлеба. Ну, больше не самого хлеба, а странности такой. Вот он, хлеб. Так, он сфокусировался на лягушонке. Так, может... Да. Вот такой вот. Столичный... Вот состав видно. Не буду зачитывать. Нормальный хлеб. Ну, более-менее, конечно, не совсем нормальный. Кисловатый, как обычно. Как какая-то мука, там фиг знает какая. Ну, 38 рублей, что-то 40 рублей стоит. Вес, забыл уже, вес 600 грамм, по-моему. Я тут указан. Что-то не вижу. Сейчас. А, да. 700 грамм. Вот. 40 рублей и продается половинка. Такой же хлеб, но в другой упаковке. 11 рублей, 300 грамм, там 350, там 330. То есть получается, что такая буханка должна стоить 22 рубля, а ее продают за 40. Состав одинаковый, я сравнивал. Я нет уже сейчас той упаковкой, но просто поверьте, и по вкусу почти что одно и то же. Ну, в общем, я бы не отличил, если бы упаковок не было. То есть получается, чего? Это же тоже, видите, такой упаковкой типа бомжарской. Ну, где название магазина, это для нищих. Значит, еда. Но он дороже другого, такого же по составу. То есть этот должен стоить 22 рубля. Завышают они на все цены. В общем-то и весь вывод. Все, пока, ребята.